Новые реалии развития бизнеса на селе. В Казахстане разработана программа, при помощи которой сельчане могут взять кредит на реализацию своей бизнес-идеи даже при отсутствии необходимого залога. Кредитные займы жители сел и малых городов смогут получить через микрофинансовые организации и кредитные товарищества. При этом гарантом от государства выступит компания «Казагрогарант». Сумма займа составит от 500 тысяч до 18 миллионов тенге. Для стартап-проектов размер гарантии дойдет до 85% от стоимости кредита, а вот для действующих до 50. При этом процентная ставка снижена до 6% годовых. На реализацию программы выделено 11 миллиардов тенге. На сегодня заявки о сотрудничестве уже подали свыше 20 микрофинансовых организаций, около 180 кредитных товариществ из всех регионов страны.